Им не помешала даже прохладная ноябрьская погода, а вид красавицы Волги только прибавил сил. Более 2000 человек, 200 из которых дети, приняли участие в легкоатлетическом забеге, приуроченном ко Дню народного единства. Любители и профессионалы более чем из 100 городов России пробежали дистанции на 21, 10 и 3 километра. Была и спортивная ходьба, и корпоративный забег. В Самарской миле дистанции на 1586 метров победу одержал гость из Казахстана. Чувствую, супер! Погода, настроение пока супер нормально. Все могут поучаствовать, все желающие, в том числе и с семьями. А семьями это особенно важно, потому что в День народного единства именно наши семейные ценности, которые мы сохранили у нас в России, и они будут сохранены. Это особенно важно в этот наш праздничный день, День народного единства. В этом году забег юбилейный, 10-й. Беговая серия включает в себя 5 стартов за год. Космический полумарафон, фестиваль бега «Королева спорта в День России», ночной забег на День физкультурника, самарский марафон в августе и ноябрьский полумарафон «В беге мы едины». За 2024 год в рамках 5 серий пробежали более 17 тысяч спортсменов и любителей. Гордимся тем, что в нашем городе есть вот эта беговая серия. То, что все больше и больше людей начинают заниматься, начинают свои занятия спортом именно с бега, наверное, это понятно, потому что это действительно самый доступный вид физической активности. Мы не только в беге едины, мы едины во всем. И наша Самара, и наша страна сегодня должна объединиться и быть единой всем тем вызовам, которые существуют из внешнего мира. Потому что каждый из нас должен понимать, что патриотизм, он начинается вот здесь, на мероприятии, на забеге. На старт все выходят с улыбкой и хорошим настроением. И даже после финиша позитивный настрой никуда не пропадает. Ведь важна не победа, а участие и чувство единения с такими же любителями спорта. Я на самом деле после травм года 4 не бегал. Вот. Буквально за 2 недели поразминался, подготовился к пробежке. Вышел на старт. Я не быстро, не спеша бежал за 17:30 примерно, не засек время. Я очень рад, очень доволен. Приятно окунуться в эту атмосферу. Победителей наградили медалями и памятными подарками. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.